Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как правильно и главное безопасно заменить изоляцию на аккумуляторной батарее. Для этого нам понадобится термоусадка, острый предмет для снятия старой изоляции, к примеру, пинцет или ножницы, и самый обычный фен. Аккуратно снимаем старую изоляцию. Главное, не потеряйте пластиковую защиту и не закоротите аккумулятор. Вставляем аккумулятор в термоусадку. Длина изоляции идет с небольшим запасом, так что советуем вначале примерить ее на аккумуляторе и обрезать, если это необходимо. Изоляция должна выступать примерно на 3-4 мм. Включаем фен и начинаем устанавливать изоляцию. Делаем это аккуратно и равномерно. Главное, долго не держать фен в одном месте, так как вы можете расплавить изоляцию. На полную замену изоляции у нас ушло всего несколько минут. Надеемся, что наша инструкция помогла вам. С вами был Сигаретнетбай. До встречи на нашем канале.